сегодня мы с вами приготовим вот такой вкусный салат с крабовыми палочками. Необычный, вкусный, нежный. Удивите своих друзей. Обжариваем крабовые палочки с двух сторон. Обжарили крабовые палочки с каждой стороны по 1 минуте. Теперь выкладываем на бумажное полотенце. Добавляем немножко растительного масла и обжариваем шампиньоны. Порезанные ламинками вот такими. Обжариваем до готовности. Обжарили шампиньоны на среднем огне 15 минут. Выкладываем на кухонное полотенце бумажное и оставляем, чтобы не осталось масла. И они должны, шампиньоны, остыть. Нарезаем крабовые палочки. Вот так вот миленько. Вот таким образом. Сейчас добавляем шампиньоны. Присаливаем по вкусу. Я так беру щепоточку, так как будет у нас в салате присутствовать майонез. И немного перца черного молотого по вкусу, как вам нравится. Я люблю такой ядреный, немножечко добавлю больше. Нарезаем 2 вареных яйца. Ну, вот таким образом. Миленько. И все перемешиваем. Две столовые ложки майонеза. И перемешиваем. Вот такую, ребята, красотень и вкуснотень мы с вами приготовили. Вы можете в этот салатик также покласть по желанию, по вкусу. Лук зеленый или же зелень. Пишите, кто готовил, нравятся ли мои салаты, блюда. Буду рада всем сообщениям. Доброго дня. Пока-пока.